Всем привет, ребят. Ну что, настало время битвы гильдии, и сейчас мы потестируем нашего нового героя. Героиню, точнее, на битве гильдии, то есть такая вот сборочка у меня. Как видите, у меня здесь стоит, сейчас мы поставим даже семерочку, найдем выживание. Почему именно выживание, сейчас вы, в принципе, увидите это все. Герой, как вы знаете, бьет своим скиллом, когда его атакуют. Давайте я вам покажу сейчас ради было на древнем испытании. И сейчас попробуем на битве гильдий потестировать его. По-моему, у меня тут есть. Да, есть. Вот смотрите. Посмотрели, называется. Сейчас еще разок. Молчание накидывают. Вот тыковка ушла. Вот смотрите, герой бьет. Как видите, вот посмотрите, сколько герой снес. В принципе, без проблем. Вот поэтому именно стоит выживание на битве гильдий. Точно так же, как и в другой любой локации, даже в забытой. Сейчас вот ради интереса сразу же пойдем, я вам покажу. Герой будет атак, если его будут задевать, будет атаковать. В чем выживание, вы знаете, он дает не УЯС определенное количество времени, ну, от 2,5 до около 3 секунд на максималке, ну, рунами 2,5 секунды. Попозже я сделаю восьмерку, покажу. Так, вот давайте. Вот есть у меня герой стоит. Один. Вот давайте. Сейчас обновим. Вот с хранителем есть. Заодно проверим, или будет убиваться в отражалку. Вот смотрите. То есть, по сути, герой сейчас раздал пачку просто налегке. Ему даже хп не снесли. Мне хватило там 2,5 секунд на это все. Поэтому на PvP локации выживание рунами будет вообще огонь. Именно на забытую даже. Края даже там не снесет. Так, окей. Поехали посмотрим, что у нас там творится на битве гильдий. Так. 335, 344, 400, 390. Понятно, в общем. Начнем с этой гильдии. Двоих здесь убьем, и троих там. Так, что тут у нас? Вот, отлично, смотрите, какая раста. Надеюсь, она будет долбить именно сюда. Смотрим, что у нас. Ну, у нас все живы остались. Это, конечно, не атлант. Но заодно можно и потестить, посмотреть на урон. Вот, посмотрите, как тут 25% уже набило. Ну, тут просто без вариантов. Надо будет бегать минотавром. Потестируем, кстати, минотавра сейчас нашего 12-12. Давайте здесь потестим. То есть именно для этого мне этот герой сейчас и нравится. Посмотрите, она себе дамажит. Ну, опять 30%. Ну, по героям она ничего не нанесла. А вот здание сносит очень отлично. Сейчас еще раз упустим. 29%. Так, понятно, все, у них угловые расты стоят. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте героев ее возьмем. Так, такой вот ворожай у нас будет. Сейчас на угольника поставим. Цепа. Потом, может, дальше будут поинтереснее расты. Так, где мой Ронин? Вместо стрелка поставим Ронин. Правда, Ронин у меня тут без эволюции. Но... Так. Вот такой вот у меня Ронин. Так, сюда что мы поставим? Утекание найдем сейчас. Смотрите, есть утекание. Или даже
Вот как видите, у меня первый скилл. Поставим, попробуем даже выживание. А мы не сможем. Давайте пятое поставим. Вот 2 секунды у пятого. Так. Думаю, против этих нам этого хватит. Я надеюсь. Вместо Анубиса поставим сюда дерево. Так, отлично. Кстати, у меня уже есть руны на девяточку. И думаю, сейчас запишу вам после битвы гильдий. Вот и героя на максималке. Так, поехали. Я в топ не вхожу, поэтому тут у меня... Так, ну-ка давайте. Вот она начала бить. Вот как видите, ворожай стрелок бьют, а воодушевления стоят на них. И мне этого, в принципе, хватает, чтобы она свой скилл хотя бы иногда включала. Ну, такое себе, честно скажу. С такой прокачкой, как у меня, она не особо будет интересна, потому что она собрана на урон. Вот видите, ее просто ушатали. Так, там уже Фрейя включилась. Вот видите как. Можно так бегать, в принципе. Правда, не знаю, надо было немножко по-другому героев поставить. Ну ладно, сольемся так сольемся. 98%. А может и не сольемся. 100. В принципе, такое себе. Честно, ожидал я большего от героя. Но сейчас мы пойдем на другие расты, там потестим. Бьет, конечно, герой офигенно, но очень быстро сливается. Поэтому надо будет переделывать на уклонение. Ставить, скорее всего, священный огонь. И тогда уже трешивать. Так. Что, давайте тут попробуем, кто тут у нас. А у нас еще и смотритель бьет по всему. Так, что у нас, обраток не будет? Печально. Давайте тогда попробуем по-другому. Так вот, допустим, вот так вот, видите, она сразу же бьет, причем нормально бьет, 26%, но все равно ее сливает, только пропадает защита, по герою попадают, и герой просто сливается. Пробуем такой вариант. Но башенки не достают, к сожалению. Не вариант на этой расте. И стрелка нету. Был бы стрелок, был бы обратка. Так как видите, ни стрелка, ни Фрейя нет. А, ни Фрейя есть, странно. Но пока на Фрейю что-то не попали мы еще. Было бы неплохо. Ну, на китайке всегда битва гильдий такая вот скучная, поэтому... Так, вот отлично. А, мисанули по ней все-таки. Сейчас вот, кстати, она начнет дамажить, по ней начнет попадать башня. Вот смотрите, как расфигачила она башня. Жесть. Ну, я говорю, на добивку будет очень интересный герой. Конечно, опять же, у нее все рандомно бьет, но в основном, я смотрю, бьет цели. Так, Ронин, давай, добивай. Бегаем Ронином, непрокачанным. Так, отлично, 100%. Не знаю, как герой смотрится на дефе, я сам бы хотел бы напасть, надо будет попробовать на себя напасть, потестировать.
Смотрим на это все так. Надо будет взять у кого-то аккаунт с топ-героями, посмотреть, что у нас тут. Тут у нас есть уже стрелок. Так, Афина. Вот, кстати, нету этой. Так, ну, так, конечно, ничего, но сливают просто на раз-два. Посмотрите, как мощно, конечно, она бьет. Без вопросов. Так, запускаем нашего Ронина. Я надеюсь, он выживет. Ничего себе, там куча тотемов, куча всего. Афина не попала. Ребят, 140-й Ронин, не прокачанный. Жесть, конечно. Не знаю, сможет ли он тут выжить. Но я надеюсь, что да. Вот почему я Ронину как бы всегда говорил. Я говорю, не качайте ему скилл, если вы хотите его использовать на битве гильдии. Прокачайте ему там ожог на восьмерку и девятку. Но девятку, думаю, не скоро прокачаю. Ну, 12% всего лишь. И вам этого хватит. Так, ну что, трешанем. Давайте, в принципе, надо было, конечно, Бугимена убрать отсюда. Вот, посмотрите, 57%. Я вам скажу, неплохо. Не знаю, что дальше сейчас делать. Сейчас мы будем сливаться. Но попробуем запустить отсюда. У меня, конечно, два героя, как видите, вообще ни о чем. Ну, тут Фрейи нету, в принципе. У нас сейчас один огнекрыл должен добить это все. Я надеюсь, что сейчас огника моего сольют. Я очень на это надеюсь. Так, ну, убейте его. Потому что я хочу резнуть эту подружку. Да, не судьба, ладно. Резаем подружку. Ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Не резнуло дерево. К сожалению. В общем, такое. То есть героя можно будет использовать на добивание, но надо будет потестить. Я уже у себя на основе, либо на английском сервере потестирую героя с уклонением. Сделаю священный огонь. Возможно, здесь сделаю сегодня там или завтра. Кучу видосов хочу запилить, поэтому, честно говоря, сейчас не еду разборки героя по-другому. Но постараюсь это сделать в ближайшие сроки. Так. Что там у нас по БГ еще? Этого топа разобрали, что тут? Так, тут тоже интересная раста. Тут есть уже Фрейи. Давайте запустим опять Ронина. И посмотрите, как смотритель офигенно бьет. Вот видите, Ронин много урона не наносит, но хватает. Сейчас он появится, его нафиг снесут. Убегай оттуда. Вот он сейчас зацепится. Это он, ребята, он без эволюции. Без прокачки. 80-й просвет, аргументации нет. Уклонений нет. Многие там говорят, вот без уклонения сложно. Вот вам герой без уклонения. И как видите, ожог нормально все-таки стоит. Так, ну не знаю, поехали. Была не была. Сольемся, так сольемся. Кстати, у меня огнекрыл с выживанием. Я уже это не раз показывал. Мне действительно он очень нравится на битве гильдии, особенно если у вас будет зеленый смотритель. Сейчас нам порезали. Сейчас, кстати, шанс слива у нас очень большой. Но мы как бы не на результат, мы сейчас смотрим. Тестируем именно нового героя, что он из себя будет представлять.
Так, минута 17. Долговато, долговато бьют. Кажется, мы сейчас даже, может, и не затащим. Так, давайте эту тетушку выпустим. Ну, видите, против Фрей все. На этом закончилось все наше веселье. Все, у Фрея голуби пропали. Ну все, ребят, то, о чем я и говорил, то есть шанс слива. А у меня еще дерево без ремки. Вот так вот. Завтыкал, даже ремку не поставил. 82%. Называется, пошел на битву гильдии нуб. В общем, я ожидал от героя большего на битве гильдии, но, как видите, Фрей его шатает. Возможно, уклонения, там опять же уклонения не дадут вам возможность, ну, в принципе, там будут по нему попадать, но очень редко. Якорь не будет срабатывать, тоже проблема получается. Вот в дефе, возможно, да, будет интересно. В атаке, честно говоря, не знаю. Так, давайте на дерево там поставим. Мне кажется, у нас тут на... Так, отлично. Вот так надо было идти. Такс. Поехали. Не буду я ничего менять. В принципе, это ничего не появляет. Посмотрите, какие гильдии против нашей. У нас силы 800. Всех остальных... Напря... А, не, еще валос есть. Но остальные все просто, ну, если они пройдут, то хотя бы пол состава пройдет. Нам ничего не светит. Поехали, попробуем еще на этом. Так, что тут у нас есть? Оник с этой стороны. Не вижу Фрея. А, есть Фрея. О, кстати, давайте потестируем. Против Фрейки. Вот видите, бьет. Бьет по всей карте. 22%. Вот интересно, сейчас запустим Ронина на Фрейю тоже. Слила. Огнекрыла. А у него тут отхила нету на героях. Печально все. В общем, вот так вот, не знаю, честно скажу. Не знаю, мне не понравилось особо. Возможно, где-то встречу на битве гильдий. Здесь, либо на английском, на дефе, тогда потестируем. Либо кто-то, если нападал, напишите в комментах, как вам. Ну, в атаке, чисто как добивающий герой, то, как видите, очень сливает. Надо все-таки ставить выживание. Че себе. Вот так воюем там. Анубис чуть не слил нас. Жесткий тип. Вот поэтому я так скажу. Да, герой кайфовый. Герой кайфовый на подземке. На атаку на битве гильдии не понравился мне. Но вариант на деф еще не проверен. Возможно, там будет тащить. Но в любом случае выживание... Первых 3 секунды героя просто в PvP локациях нереально слить. Вот так вот даже слились. Ну, 4200 набрали. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ждите видосика с 9-м талантом. Всем удачи, всем пока.